По информации Анапского отдела Федеральной противопожарной службы, за первую неделю наступившего года произошло 5 пожаров, 3 из них по причине короткого замыкания. Пожаров и загорания в результате применения пиротехнических изделий в новогодние праздники не зарегистрировано. А по поступившей информации Анапского отдела ГИБДД, за 10 дней новогодних каникул на территории муниципального образования город-курорт Анапы зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы. В обоих случаях предварительная причина происшествия – превышение скорости.